В Ноябрьске возбуждено уголовное дело по факту хищения более 850 тысяч рублей из городского бюджета, сообщает сайт окружной прокуратуры. Деньги были выделены на капитальный ремонт теплосетей. Этот факт выяснился в ходе проверки законности расходования бюджетных средств, предоставленных на подготовку объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период. Так, в июне 2012 года дирекция муниципального заказа заключила контракт на капитальный ремонт магистральных теплосетей с обществом с ограниченной ответственностью «Темп». По завершении работ в ноябре подрядчик отчитался перед заказчиком. Однако в документах руководство предприятия серьезно завысило объемы выполненных работ и количество материалов, использованных при их проведении. Ущерб составил без малого 1 000 000 рублей. Прокуратура города Ноябрьска по результатам проведенной проверки в органы предварительного расследования, то есть в МВД по городу Ноябрьску, направлено соответствующее постановление для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Темп». По результатам рассмотрения этих материалов должностными лицами МВД принято решение о возбуждении уголовного дела, предусмотренной частью 1 статьи 159 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. В настоящее время проводится предварительное расследование, по результатам которого будет уже принято процессуальное решение о виновности этих лиц.